Дорогие рукодельницы, я Наталья Некрасова, автор школы «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. И сегодня я хочу вам рассказать о двух замечательных программах – «Дизайн Книт» и «Книт Стайлер». Чем похожи, чем отличаются? И многие задают вопрос, какую же мне программу выбрать? Если у вас бразер электронный, конечно, ДК-8. Если у вас Сильвер электронный, предпочтительно Книт-Стайлер, потому что эти программы писались именно под эти машины. Если у вас какая-либо другая машина, вам без разницы, потому что эти программки не сделают из вашей машины электронную, но вязать вам, несомненно, помогут, потому что их задача создавать выкройки, делать расчеты и отслеживать вязание, независимо от того, подключены они к вашей вязальной машине или нет. Делается это либо через адаптер, либо при помощи обычной мышки. Но сейчас речь не об этом. Речь о том, чем эти программы похожи и чем они отличаются. Создание стандартной модели и в дизайне, и в Кните очень похоже. Выбираете стандартную модель и сразу идете вязать. Разница в том, что когда мы выбираем стандартную модель в дизайне, сразу начинаем с того, что вставляем петельную пробу, выбираем машинку и так далее. То есть вступление, прежде чем мы попадаем к, собственно, выбору модели. В Кните этого нет, потому что есть отдельная база размеров, отдельная база петельных проб. И вы все в любой момент можете выбрать их. То есть вас никто не принуждает сначала этим заниматься. То есть я еще могу не знать свою петельную пробу, мне потом придется ее менять. Но ставить ее перед началом я обязана. В Кните с этим проще. Вы сначала делаете базовую модель, вы тут же ее можете корректировать в разделе выкройки, в котором мы, собственно, находимся. И совершенно спокойно идти вязать. Но вот тут и начинается разница. Корректировка модели. Любая модель подлежит корректировке. А особенно, если мы создаем что-то такое, чего нет в базе. В данный момент я хочу показать вам на примере кружочка. Давайте нарисуем кружок в Кните и кружок в дизайне. И посмотрим, как отличаются построения выкройки и что мы с этой выкройкой можем в итоге сделать. Раздел выкройки универсальный в Кните, и в нем я и провожу стандартные выкройки, и любое моделирование. Делается все очень просто. Но построение кружочка – это, собственно, центр, и вот мне нужно радиус. Радиус 10. И строим. На мой взгляд, очень быстро, очень просто. Есть возможность закругления построить. Быстро-быстро. Петельную пробу мы подбиваем потом. Сначала мы смотрим, что у нас выкройка получилась. Убираем центр. Все, выкройка кружочка готова. Я могу ее идти проверять в рисование. Вот она. И спокойненько выводить на вязание. В процессе рисования я подставляю петельную пробу из огромной базы, которая у меня там где-то находится. Дальше с этой же выкройкой я могу выполнять какие-то действия, то есть я могу корректировать, моделировать все тут, и не обязательно мне это сохранять. То есть я могу что-то порисовать, любые формы я могу поставить где угодно, какие угодно точки, вот они мне тут не мешают. Я могу эти точки соединять между собой, не глядя на то, какого они размера, я могу эти точки двигать куда угодно. В общем, любые фантазии доступны. То есть здесь я могу рисовать что угодно, как угодно, какого угодно размера. Программа это не контролирует, она мне дает наглядную картинку любых кривых, любых линий. Это очень удобно с одной стороны, но с другой стороны я не понимаю, войдет ли это в вязание, то есть что я в итоге получу. Корректную выкройку или нет. Мне придется ее перепроверять, корректировать. Ну, свои нюансы. То есть вот то, что у меня сейчас на экране, связать невозможно. Здесь очень много лишних линий, и программа будет ругаться. Ну, давайте в раздел рисования идем. Во-первых, выкройка слишком широкая, я узнаю это только вот здесь на перепроверке. Поэтому мне придется узнавать, где же эти линии, либо ориентируясь по линейкам, либо еще по каким-то данным. Ну, может быть, свои нюансы. Мне это не мешает, но кому-то, у кого-то может раздражать. Как у нас обстоит дело в дизайне? В разделе «Создание оригинальной модели» заходим в часть «Новая выкройка» и всегда получаем квадратик. Из этого квадратика строим любой контур. Диаметр круга 20, поэтому нам нужна четвертинка 10. Устанавливаем размер.
убираем лишние точки. Получаем уголок, этот треугольник превращаем в четвертинку круга. Не больше 5 точек. Чем больше, тем будет интереснее закругление, но при этом будет тяжело программе делать расчет. Поэтому 5 точек достаточно. Выбираем контур. Посмотрите, чем они отличаются. Немножко они имеют разницу. Ставим. Меняем линию. Немного подвину центральную точку. Почти круг. И теперь мы его можно просто развернуть и отразить еще раз. Круг в дизайне. Вы видели, как это делается самым быстрым способом. И кружок к нити. Разница в подходах, я думаю, что очевидна. Теперь то, что я говорила по поводу моделирования, про проведение линий, всевозможных вариантов раскладок на поле выкройки. Если в кните я могу делать вот так вот, все, что хочу, несколько выкроек, любые линии, то в дизайне это невозможно. Если я поставлю дополнительную точку, то эта точка будет соединена с выкройкой. С одной стороны, это минус, а с другой стороны, у меня всегда корректная выкройка. Что значит корректная? Это значит единый завершенный контур. Ошибки здесь быть не может. То есть программа прямо в процессе построения выкройки контролирует и количество петель. Ну, прежде чем мы начинаем строить выкройку, она запрашивает у нас и машинку, и петельную пробу. Не просто так, а для того, чтобы мы не вышли за рамки количества игл вашей машины. То есть если выкройка будет превышать 200 игл моей машины, она мне просто начнет ругаться и сообщать, что я некорректно работаю. Книт. Ему все равно на этом этапе, куда я там корректно-некорректно делаю, он дает мне возможность рисовать все, что угодно. Дизайн ограничивает. С одной стороны минус, а с другой стороны плюс. Я не увлекусь и не наделаю лишних каких-то линий, которые мне потом придется корректировать. С одной стороны, он не ограничивает фантазию, потому что я не могу рисовать все, что хочу. Здесь невозможно поставить лишнюю точку. Здесь нельзя прорисовать несколько деталей, одну из другой выходящих. Здесь по-разному происходит разрезание изделий. С одной стороны, более наглядно, с другой стороны, ограничивает, опять же, возможность корректировки. Но я всегда нахожусь в заданных рамках. Книт не ставит мне рамок, но и не контролирует попадание в размер, ему вообще все равно. Потом я буду заниматься этим сама в ручном режиме. Плюс или минус, решайте сами. Если вы хорошо владеете программой, вам без разницы, вы потом все подкорректируете, но... С другой стороны, лучше бы это происходило внутри изделия. Что я хочу сказать? Если изделие очень навороченное, очень-очень необычное, проще его, наверное, делать в ките. Если изделие более-менее стандартное, здесь применяются небольшие подгонки, переносы одной детали в другую, происходит проще в дизайне. То есть я могу отрезать кусок детали с одной стороны, например, от спинки, и приставить к... переду, ну, типа японского плечика или что-нибудь такое. Это проще делать в дизайне. Он более нагляден в том плане, что дает возможность разворота, переворота, переноса прямо на едином поле. Книт такой возможности не дает. И если я хочу что-то отрезать от одной детали и перенести в другую, мне придется сделать достаточно большое количество операций, разнести их по разным листам, потому что если я начну делать разворот, у меня развернется все поле. Это минус. Но подгонка ручками происходит и там. Если мне нужно, например, плечико уложить, мне придется вручную подгонять градусы. Разворот. Нету транспортира ни в одной программе. Поэтому корректировка все равно потребует от вас и умение владеть программой, и понимание работы с этой программой. Но опять же, напомню.
в КНИТе, я могу делать все, что угодно, никаких ограничений, но и никакой гарантии, что вот то, что я нарисовала, я вот сейчас же беру и иду вязать. Дизайн. Вносит ограничения по... Вот, все, что я делаю, у меня вот эти кнопочки переносятся, я могу двигать их, я могу двигать эти кнопки, я могу двигать эти точки, я могу их сдвигать. У меня очень удобно здесь двигать их, потому что может выставиться линейка, и я могу двигать их по линейке. Кстати, это тоже большой плюс программы. Я могу выставить линейку и, вот, зная, ну, так, сейчас давайте выставим линейку. Выставим линейку. сантиметров и могу двигать и увеличивать. То есть я наглядно вижу изменение размера. В КНИТе так не получится. И если я измерила какой-то, ну вот давайте вот эту длину, она у меня есть, я могу измерить, увидеть ширину, длину, высоту, все понятно, и длина линии, и высота, и горизонталь и вертикаль, то если я хочу ее куда-то сдвинуть, мне придется каждый раз делать промеры, потому что, ну, либо переносом петли, но опять же, это все тогда с калькулятором нужно сидеть, высчитывать, на какое количество сантиметров мне сделать сдвиг этой точки. То есть плюс, не скажу, в КНИТе это делать сложнее. Другой подход, совершенно другая система работы. Абсолютно. Поэтому, заигравшись с одной программой, очень как-то не то, что тяжело, а не всегда легко сразу перейти на другую, потому что они совершенно по-разному работают. Но если вы хотите, чтобы вас не ограничивало ничего в вашей работе, вы понимаете принцип работы и возможности одной программы и ограничения, принцип работы, возможности и ограничения другой программы. Если вы хотите моделировать, хотите не ограничивать себя никакими рамками, эти обе программы сделают для вас просто чудеса, способные вывести вас на абсолютно новый уровень моделирования и вязания. Но для того, чтобы так свободно ими владеть, конечно, эти программы нужно изучать. Разница есть во всех сферах. И по-разному они узоры накладывают, и по-разному они конвертацию делают. И раздел вязания у них похож, но немножко по-разному. То есть для тех, кто привык к одной программе, несколько так раздражающе выглядит экран второй. Какое-то время, потом привыкаешь, и вроде как все в порядке. Но знать обе эти программы желательно. Этим мы и занимаемся на третьем блоке нашего общего курса изучения машинного вязания. Для того, чтобы наши учащиеся, ученицы не мучились с выкройками. Потому что выкройка всегда пугает начинающих. Слово «выкройка» становится плохо очень многим. Здесь с этим дело обстоит очень легко и просто. Выкройки мы строим очень быстро. Не нужны никакие супербазовые знания. Первое, что мы выполняем, это строим основные выкройки. Кимоно, точной рукав, реглан, юбка и брюки. Это база, которую нужно знать и по своим размерам построить. Этим мы и занимаемся, третий курс изучения программ КНИТ-стайлер и дизайн КНИТ. Приходя на наш курс, вы выбираете ту программу, которая вам нужна, изучаете ее, присылаете домашние задания, отчеты, потому что наше обучение, оно нестандартно. Я учу делать то, что эта программа не то, что не предусматривает, а обходить ее ограничения. Вот как здесь. Построить кружок. Как его строить? Я вам расскажу. Мы будем строить нестандартные выкройки. Мы будем с вами самостоятельно создавать узоры. Мы будем их сохранять. Мы будем их масштабировать, накладывать, корректировать. То есть заниматься тем, чем обычно не занимаются. Потому что, как обычно, взяли выкройку, наложили как попало узор, пошли вязать, все, обучение закончено. Я научу вас делать так, чтобы никаких ограничений не было, и чтобы вы сами решали, где у вас есть узор, где у вас нет узора. Вы будете сами строить свои выкройки, сами накладывать узоры, сами корректировать и не смотреть ни на какие чужие схемки. Поэтому, если вам интересно освоить обе эти программы, приходите на наш курс машинного вязания, где мы обучаем стремительному обучению абсолютно любой вязальной машине с нуля, в том числе построение выкройки, изучение этих двух совершенно замечательных программ КНИТ-стайлер и дизайн КНИТ. Ссылка на
Наш курс находится под этим видео. И если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Ваша Наталья Некрасова.